В честь 215-летия Казанского университета в Татарстане был дан старт просветительской акции «Научный десант КФУ». В 18 городах и поселках Татарстана состоится большой научный праздник. Недавно он прошел в лицее номер 2 имени академика Камиля Валиева в городе Мамадыш. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели Елабужского и Набережно-Челнинского институтов КФУ. Очень хочу передать вам большой привет от нашего ректора Ильшата Рафкатовича Гафурова. Это его идея была посетить районы, для того, чтобы поздравить не только нас, университетское сообщество, а поздравить все население Татарстана с тем, что в Татарстане есть такой замечательный университет. Университет, который сегодня занимает самые высокие рейтинговые позиции в Российской Федерации. Для школьников состоялась публичная лектория об иллюзиях в окружающем мире, а также работали образовательные площадки по различным направлениям. Ребята получили возможность познакомиться с международным языком незрячих, шрифтом Брайля, пройти экспресс-диагностику личности, узнать секреты природных явлений и научиться собирать кубик Рубик. С Елабужским институтом ЕИКФУ я знаком достаточно давно, так как я принимал участие во многих олимпиадах от этого института, в частности, это созидательный труд школьников, в котором я уже участвую более 5 лет. Нам предложили посетить более 5 станций. Для себя я открыл станцию физика, мне она очень понравилась, нам показывали разные опыты. Получить ответы на вопросы о поступлении и обучении в Казанском федеральном университете ребята смогли, посетив площадку «Приемная комиссия». Отметим, что акция «Научный десант КФУ» в Татарстане продлится до конца ноября. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз.